Валентина Горождина уже не первый раз выезжает на остров Проран, чтобы поучаствовать в экологической акции. Рассказывает, в этом году берег Волги выглядит намного чище, чем прошлым летом. Наверное, к людям приходит осознание, что надо поддерживать чистоту нашей природы. Никто, кроме нас, этого не сделает. Мусор влияет на экологию, и также это попадет и в нашу Волгу, которая требует охраны, защиты, оздоровления. Наводили порядок больше 130 человек. Это активисты движения «Экоравновесие», сотрудники предприятий, независимые экологи и волонтеры. Под конец теплого сезона акцию не случайно решили провести именно на острове Проран. Предварительно организаторы осмотрели несколько территорий и выбрали самую загрязненную. Хочу отметить, что те места, где мы уже убирали, там чисто. То есть эффект есть. Наша работа, как бы она ни напрасна. То есть мы не только убрали территорию, сделали чище, также все-таки довели до населения вот эту экологическую культуру. То есть люди уже видят, что мы каждый год приезжаем, убираем за ними, соответственно, вот уже эффект этот в комплексе работает. Профильный городской департамент постоянно поддерживает такие акции по очистке берегов Волги и Татьянки. Также проводится сбор мусора в лесах. Кроме того, высаживают деревья. Активисты собирали мелкий мусор – пластик, бутылки, пищевые отходы. Попадалась и крупная рыба – ковры, железные цепи, старая бытовая техника. Желательно, как вот мы считаем, наверное, как и правильно, раздельно, как бы стекло, пластик, железо, все-таки лучше их как-то немножко распределять. Конечно, приятно, когда ты приезжаешь, там все чистенько, как бы никто не мусорит, в любом случае это круто. Активисты очистили территорию площадью 3 гектара, собрали больше 12 кубометров мусора, включая крупногабаритный. По словам организаторов, у них много единомышленников, и с каждым годом их становится больше, а мусора меньше. Спасти луга, леса, поля и чистую гладь рек. Все это можешь только ты, разумный человек. Ксения Баканова, Константин Головин. События.